Дорогие друзья, всем добрый день. Смотрите, у нас хорошая погодка. Покажи мне свою морду. Испачкал в чем-то. Он испачкал. Ряха, отъевшись, еле в кадр помещается. Смотрите, как это. Шанс. Шанс. Какая тут ряха. Какая аккуратненькая у прайда. О, барса пришла. Это у нас, смотрите, хосячий балкончик. Специально хосячая точка наблюдения, которую оккупировали тенек. И полный обзор почти на участок. Плюс видно еще, что там за забором происходит у соседей. Крутая точка наблюдения, да, Олси? Такая уже такая взрослая. Такой взгляд. Такой серьезный. Осознанно. Это барсик, такая девочка. Что? О, что ты? Что ты нервничаешь? О, лежат они тут все, отдыхают. Понимаю, если работать надо, они тут дрыхнут. Стерегут. А он Бенни. Бень! Иди сюда! Иди сюда быстро! Давай! Давай иди сюда! Ну быстрей! Ой, прибежал, лентяй прибежал. Кто сегодня филонил, кто в зале? А? Кто сегодня в зале филонил? Беня. Филонил в зале. А? Красота. Строители. Точнее, ну как бы сегодня выходной, поэтому можно отдохнуть. Вот так вот. Оп. Портреты с вас можно писать. Угу. Скоро грязюки будет. Хорошо, что мы как бы начали зимой, и у нас уже, по сути, работы там, ну, внутри, на крыше. То есть пока все не высохнет, снаружи мы ничего делать не будем. Это просто очень замечательно. Просто очень замечательно.